Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова, и сегодня в эфире. Несмотря на непростой 2020-й, Беларуси удалось обеспечить собственную продовольственную безопасность. Вопросы сферы агропромышленного комплекса обсудили на совещании у президента Беларуси. В Витебске открылась обновленная доска почета. Занесены на нее два новополоцких предприятия и сам город Новополоцк. Все задачи, которые перед нами стояли, мы справились. Справились благодаря единой, слаженной работе, командной работе. Сделать ПЦР-тест на COVID-19 теперь можно и в Новополоцкой больнице. Мы проводим ПЦР-исследование на инфекцию COVID-19 с выдачей заключения на русском и английском языке. 20 тысяч куличей изготовили кондитеры Новополоцка в канун Светлого Христова Воскресения. Сегодня куличи освещали на производстве. Сейчас к подробностям. 2020 год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений. Несмотря на это, в Беларуси удалось нарастить производство основных видов продукции, при этом полностью обеспечив продовольственную безопасность страны. Положение дел и перспективы развития в отрасли агропромышленного комплекса обсудили на совещании у президента. Отмечено, что белорусский сектор АПК смог внести значительный вклад в развитие экономики, обеспечив экспортную составляющую. К слову, в минувшем году этот показатель вырос почти на 5% и достиг почти 6 миллиардов долларов. В целом, тенденции прослеживаются позитивные, а вот если смотреть на ситуацию в разрезе регионов и конкретных производств, все не так безоблачно. Настораживает снижение производства скота и птицы в живом весе, сокращение поголовья. Падеж недопустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло. Председатели райисполкомов должны определиться. Если 2-3 хозяйства не могут с этим справиться, значит, молодняк в целом должен быть вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, которые могут обеспечить уход за молодняком. Мужики, повторять больше не буду. И надо понимать, что это не только технологические вопросы, которые профильные специалисты должны заблаговременно планировать и решать. Начинать решение проблем нужно не с техники и кадров, а исключение бесхозяйственности, подчеркнул президент. Особенно это касается тех регионов, которым оказана колоссальная поддержка государства при развитии отрасли. У губернаторов глава государства интересовался причинами, которые стали препятствием для динамичного развития агропромышленного комплекса и какие меры принимаются для их устранения. Отдельное внимание заброшенным территориям. Таковых еще немало, и речь не только о землях, но и неиспользуемых зданиях. Навести порядок президент поручил в кратчайшие сроки. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия, гумус и прочее. Вот это задача государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами. И еще одна проблема, которая бросается в глаза. Очень много пустующих приусадебных участков и хилых этих домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти – эти дома продать или снести, закопать, если они никому не нужны. И в связи с этим третья проблема. Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы, и на крышах растут деревья. Мужики, 2-3 года. Все убрать или закопать. На месте и очень глубоко, чтобы не мешало пахать. Чудеса. Захламленная ферма среди поля, бывшая ферма, где стоял скот, и водонапорная башня. Смотрите, памятник нашей бесхозяйственности. Приводите все в порядок. Обсуждали во время совещания и ход весенних полевых работ. Многие хозяйства пока отстают от графика. Президент поставил задачу до 9 мая посеять свеклу, лен, кукурузу и как минимум половину картофеля. По итогам совещания принято решение, которое определили конкретные задачи для руководителей всех уровней.
В Витебщине есть чем и кем гордиться. Накануне 1 мая в областном центре открылась обновленная доска почета. На ней имена победителей соцсоревнования по итогам 2020-го. Вопреки всем вызовам прошлого года, все отрасли экономики Придвинского края сработали с чистой прибылью, положительной рентабельностью продаж. Обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства. По инвестициям, инновационной продукции, строительно-монтажным работам область в тройке лидеров среди регионов Беларуси. Есть среди награжденных и новополоцкие представители. На церемонию в Витебск вместе с делегацией победителей отправились и мои коллеги. На площади Победы в Витебске сегодня многолюдно. Здесь собрались представители трудовых коллективов, которые по итогам 2020-го показали наилучшие результаты финансово-хозяйственной деятельности и тем самым внесли весомый вклад в развитие региона. Среди передовиков – предприятия промышленности, строительной сферы, сельского хозяйства и лесной отрасли, а также торговли, транспорт, образование, здравоохранение и спорта. Кроме того, на доску почета занесены победители из числа районов и городов. В адрес каждого сегодня слова благодарности за самоотверженный труд, а он в 2020-м был таковым. Трудолюбие, солидарность и единство помогают белорусскому народу уверенно смотреть завтрашний день. Знания, профессионализм, ответственность, чувство хозяина обеспечивают успех на сельскохозяйственной ниве, у рабочего станка, на ферме, в конструкторском бюро, в лечебном корпусе. Большое спасибо настоящим профессионалам дела. Три таблички на доске почета для представителей Новополоцка. Прежде всего, поздравления принимает сам город. По итогам прошлого года организации Новополоцка сработали с чистой прибылью. Увеличилась выручка от реализации продукции. В полтора раза вырос объем строительно-монтажных работ. Из значимых проектов – открытие межрайонного центра рентгеноэндоваскулярной хирургии на базе горбольницы и модернизация корпуса в лагере «Изумрудный» под потребности детей с инвалидностью. Большая работа проведена в рамках инновационно-промышленного нефтехимического кластера. На нас смотрели, на нас делали ставки, мы не могли подвести область, жителей нашего города, потому что стабильная работа наших предприятий – это, в первую очередь, конечно же, благополучие семей новополочан, это возможность реализации наших социальных программ в нашем городе. Поэтому, благодаря коллективной работе, благодаря командной работе, благодаря смелости и новаторству руководителей, благодаря, конечно же, трудолюбию и профессионализму всех наших людей, всех наших трудовых коллективов, которые сделали все возможное, чтобы преодолеть трудности, которые выпали в прошлом году. По праву на доске почета и ЛЛК «Нафтан». В 2020-м предприятие обеспечило рост всех ключевых показателей. Были разработаны рецептуры новых видов присадок. Планово велась модернизация производства. А это без малого 22 инвестиционных проекта. В этот раз на награждение особое внимание организациям сельского хозяйства. Чтобы отметить передовиков, на доске почета увеличили количество мест. Одно из них досталось «Полимир Агро». Хозяйство больше остальных в районе сдает молока, причем 95% с сортом «Экстра». Занимает первое место по заготовке травяных кормов. Всегда в лидерах по посевной и уборочной кампании. Все это – результат грамотного руководства и добросовестного труда всего коллектива. На достигнутом «Полимир Агро» останавливаться не собирается. В 2021 году мы планируем строительство зерносушильного комплекса с линией переработки семян, как зерновых, так и рапса и трав. Также мы планируем реконструкцию здания по выращиванию молодняка. На следующий год у нас запланировано строительство здание для выращивания молодняка. 20 новых табличек на областной доске почета, 20 победителей соревнования, которых объединяет трудолюбие и нацеленность на общий результат. И в этом единстве основа благополучия всей страны и ее жителей. Анна Обдова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Уже совсем скоро начнется активный сезон отпусков, и тем, кто предпочитает отдых за рубежом, не обойтись без результата ПЦР-теста на COVID-19. Его сегодня в условиях эпид-обстановки требуют многие страны. Сдать анализ и получить сертификат можно и в Новополоцке. С подробностями Глеб Прокофьев. Путешествую без COVID-19. Это информационная система. В нее включены лаборатории, которые имеют право проводить лабораторные ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции. И этот перечень медучреждений постоянно расширяется. Так, накануне в него вошла Новополоцкая больница. Когда вы определитесь с билетом, вы позвоните нам и скажете, на какое число вам надо. Дальше мы скажем. Стоимость 39 рублей. Бланк на русском и на английском языке. Записаться на анализ необходимо заранее. Как показывают прошедшие 7 дней, услуга достаточно востребована. Ведь большинство стран требуют при въезде тест на COVID-19 именно методом полимеразной цепной реакции. При данном исследовании берется биологический материал из зева и носа. Павел Черный уже не впервые сдает такой анализ. Я завтра вылетаю в Европу из Минска, и мне нужно для загранпоездок тест.
нашей поликлинике было сделать. Я выезжаю для работодателя, документы оформлял и возвращался сюда еще оформлять паспорт. В течение месяца 2-3 поездки было. Проводится ежедневно с понедельника по пятницу. За результатом приходит гражданин в этот же день, после обеда результат уже готов. За истекший промежуток времени уже более 100 человек воспользовались данной услугой и получили заключение на русском и английском языке. Лабораторной диагностикой коронавируса занимается Новополоцкая лаборатория. Образцы для исследования поступают именно сюда. На сегодняшний день увеличение тестов с положительным результатом на ковид не наблюдается. Ежедневно здесь проводят до 180 ПЦР-исследований и 50 экспресс-тестов. А недавно здесь начали делать новый вид исследования. В настоящее время мы производим количественное определение антител у пациентов, которые интересуются состоянием своего иммунитета. После болезни, после прививки или на фоне здоровья. Вот каков его иммунитет, показывает этот количественный тест, который мы выполняем в настоящее время на внебюджетной основе. Исследование на количественное определение антител к инфекции COVID-19 можно пройти в городских поликлиниках Новополоцка и больнице. Для проведения данного анализа также лучше записаться заранее. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Вкус праздника. В это воскресенье 2 мая православные верующие встретят светлое Христово воскресенье. Одним из обязательных атрибутов празднования Пасхи традиционно считается кулич. Кто-то занимается приготовлением куличей самостоятельно, другие ищут пасхальный хлеб на прилавках магазинов и объектов общественного питания. И прежде чем сдобный кулич поступит в продажу, его по уже сложившейся традиции освещают в Нефтеграде. Объектами для освещения куличей стали Новополоцкий хлебозавод и цех по изготовлению кулинарной продукции гостиничного комплекса «Новополоцк». Ассортимент широкий, сдобу на свой вкус, уверяют кондитеры, найдет каждый покупатель. В этом году у нас появилась еще и новинка. Расскажу сначала о новинке. У нас будет предоставляться такая новинка для продажи кулич пасхальный в индивидуальной упаковке. И также будет он индивидуально оформлен. Каждый покупатель найдет по своим интересам для себя то, что ему понравится. Также мы изготовили более 5000 дрожжевых пасок и более 5000 творожных с изюмом и цукатом пасок. С производства ароматные куличи поступят в розничную сеть уже в эту субботу. Цена на них составит от 1 до 10 рублей. Ароматную партию пасхальных куличей планируют изготовить и на Новополоцком хлебозаводе. Новинка этого года – кекс «Светлая Пасха» с цукатами. Всего в канун Пасхи кондитеры Новополоцка изготовят около 20 тысяч праздничных изделий. В это воскресенье 2 мая православные верующие встретят самый главный праздник – Светлую Пасху. По традиции, накануне и в сам праздничный день во всех храмах Беларуси пройдут торжественное богослужение. В Новополоцке в храмах иконы Божьей Матери Нечаянной Радости и святого Архангела Михаила в Великую Субботу сразу после богослужения можно будет осветить пасхальное блюдо. В 23 часа 30 минут начнется всеношное. Осветить пасхальное блюдо можно будет и в воскресенье 2 мая в день Светлой Пасхи. Расписание праздничных мероприятий можно найти на официальном сайте Полоцкой епархии. Беларусь готовится встретить 76-ю годовщину Великой Победы в стороне. От важной даты не останется и Новополоцк. Праздничные мероприятия уже стартовали в городе. Состоялось открытие ряда выставок, посвященных событиям 41-45 и их участникам. Следом эстафету подхватит легкоатлетическая эстафета, конкурс патриотической песни, смотр строя и песни, поздравительный марафон. Ключевым событием станет патриотическая акция «Беларусь помнит». Эстафету памяти может поддержать любой желающий. Для этого необходимо заранее изготовить штендер с портретом своего родственника, который прошел дорогами войны. Стартует колонна 9 мая в 9 часов 30 минут от памятника «Расколотая звезда». Участники пройдут по главной улице Новополоцка до площади строителей, где установят портреты на стойке. В течение дня у каждого будет возможность познакомиться с героями Великой Отечественной и мысленно поблагодарить за мирное небо. Отмечу, памятное шествие в Новополоцке проходит с 2017 года и уже стало патриотической традицией.
Патриотическая акция «Беларусь помнит» – это прежде всего сохранение личной и народной памяти о героях Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, об участниках сопротивления, о фронтовиках, о блокадниках, об узниках. Ежегодно мы участвуем в этой патриотической акции. К сожалению, в 2020 году вследствие эпидемиологической ситуации мы участвовали онлайн, и горожане смогли на страницах сайта газеты «Новополоцк сегодня» в галерее «Победы» размещать фотопортреты своих родственников. Мы приглашаем всех наших горожан, всех новополочан, всех, кому дорога память о Великой Отечественной войне, принять участие в этом году в патриотической акции «Беларусь помнит». К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «ВОЕН-ТВ». Оставайтесь с нами. Это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитыш. Добрый день. В Центральном доме офицеров встретились представители научной сферы. В рамках международной военно-научной конференции специалисты обсудили вопросы в области обороны и обеспечения безопасности государства. В форуме приняли участие делегации из Вьетнама, России и Сербии. Танкисты Объединенного учебного центра преодолевают водные преграды. Механики-водители сдали технический зачет и прошли курс легководолазной подготовки, психологическое тестирование и получили допуск к прохождению глубокого брода. Длина водной преграды составила почти 300 метров, глубина – около 2. Нынешнее занятие – финишная прямая перед выпускными экзаменами. В городе Чериков Могилевского района готовится к открытию сквер имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Евгения Николаенко. Советский летчик-истребитель участвовал в битве под Москвой, был командующим ВВС Крымского фронта, заместителем командующего 1-й воздушной армии на Западном и 3-м Белорусском фронтах. В честь героя в парке установлен самолет МиГ-29. Торжественное открытие состоится 7 мая. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи! Минуты спокойствия, мгновения радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды. Храня верность традициям, мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.